представитель сборной Армении по спортивной гимнастике Арутюн Мердинян завоевал золото чемпионата Европы в Мюнхене. Об этом сообщает Федерация гимнастики Армении. 38-летний гимнаст блестяще выполнил упражнение на коне, набрав 14,733 балла, занял первое место. Мердинян во второй раз стал победителем европейского первенства. Впервые он выиграл чемпионат Европы в Берне в 2016 году. Армянский гимнаст, начиная с 2011 года, неоднократно становился призером чемпионатов мира и Европы. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Давтян стал вице-чемпионом Европы по спортивной гимнастике в Мюнхене. Армянский спортсмен стал вторым в опорном прыжке, уступив чемпионство британцу Джейку Джермину. Оба гимнаста набрали одинаковое количество баллов 14,983, Давтян уступил лишь по сложности программы. Медали завоевали также представители армянской молодежки. Эрик Багдасарян стал первым в упражнении на брусьях, а Гамлет Манукян выиграл серебро в упражнении на коне и на кольцах.